Так, ну что, здравствуйте, дорогие мои, с вами Александр Амарок, а мы с вами продолжаем играть в игру Гильдия Третья. Продолжаем с тобой развиваться. У нас появились дети, наконец-то, так что можно будет заняться, наверное, еще одним. Мы с тобой остановились на том, что поставили еще одну рыбацкую хижину. Так, что у нас с тобой? Так, нет, давай к семейное древо. Так, второй уровень у нас с тобой везде открыт. Мы с тобой в конце той серии сделали, поэтому можно поставить новый товар. Новый товар. Это рыбий жир. Рыбий жир — это штука хорошая. Так, на склад. Лавка. Так, тоже пятак с тобой сделаем, да? Это нам с тобой не надо. Нам вот этого пятак и вот этого пятак. Так, кто будет рыбий жир производить? Нам надо с тобой нанять еще одного работника. Вот что нам с тобой надо. Ага. Слушай, а вот он, вот он. Не хватает некоторых ингредиентов. Какие ингредиенты нам нужны? Одна щука, один окунь. Так, ну окуней у нас, слава богу, с тобой много, поэтому... Щук тут тоже ловит. Так. Нам бы с тобой работничка сюда еще одного. Это сколько? Это 1200. Пока не можем себе позволить. Но штука полезная. Нам с тобой этим заняться надо. Поэтому мы делаем с тобой что? Копченого окуня берем сюда. Подтвердить. Так. Берем тебя. Подожди, надо посмотреть, где у нас копченый окунь. Окунь, окунь. Южный район. В южном районе за 20-ху продают. Конечно, цена вообще... Вообще писец просто цена. Так, ну-ка, окунь. За 14. Я в шоке, блядь. Что за ценник-то такой стал? Кстаури. Слушай, ну вот здесь копченого окуня еще нормально. Anything wrong? Yes, sir. Certainly. Пускай этот сюда бежит. Так, ты у нас, ты у нас. Ну-ка, давай-ка заходи. Так, что мы тут с тобой еще можем производить? Слушай, это что такое? Это сахар. Слушай, а сахар тоже должен неплохо разбегаться. Так, давай подтвердить. Одному мы сейчас дадим производить сахар. Поэтому сахар мы сейчас с тобой сразу на прилавок фигачнем. Вот так. Так, это что у нас? Сидр. Сидр штука хорошая, конечно, да. На Аутфорде 25 аж. Давай-ка подтвердить. Пошли, пошли. Это южный район. А это Чемсфорд. Тауэр. Центр Лондона. Портовой. Так, это Брикстон. Мейдстон. Бля, а где у нас Аутфорд? Я вроде бы все со всех сторон обошел. Ага, все, дуй сюда. Так, ты подходишь. Так, ты подходишь, красавчик. Подтвердить, все. What's up, man? Дуй сюда, what's up. Yes, sir. Так, смотри, мы тебе сейчас сюда сразу еще одного работника даем. Все, еще один работник у нас тут имеется. Минус 1200, конечно. Ну-ка, нанимаем тебя. Ну-ка, давай подтвердить. Все. Так, что у нас тут? Получается, один создает этот, вдвоем ловит. А один создает копчененького. Прям как надо. Давай персонально прям тебе выдадим. Ты именно будешь копченым заниматься. Считаю, что это нам будет очень полезно. Так.
Слушай, это форель. Блин, я не то поставил. А не, слушай, тут щука стоит, а ты что ловишь, форель? Так, ну-ка, балбес, ты должен вот это ловить. Это я не то выставил. А вот это надо будет, наверное, подпродать, да? Слушай, а что из форели, кстати, делается? Жареная форель, 14. Слушай, ну не по цене, ни о чем. Чисто такой себе, знаешь, сейчас он придет ее подпродать. Так. Так, ты бежишь еще. Ты тоже бежишь. Так, понял, принял, услышал. Тоже форель, тоже форель. Форель нам с тобой не нужна. Нам нужна с тобой щука. И отсюда придется ее тоже, конечно, продавать. Зараза, ну ладно. Так, что, правильно, рыбий жир, все верно. Давай-ка, 20-шечку мы с тобой фигачим. С лавки, лавка, 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 лавка. Где у нас рыбий жир? Пятак стоит, все четко. Пятак того, производство. Так, и сюда еще одного сейчас наймем. Чуть-чуть попозже прям. Так, давай. Продаем. Так, теперь дуй обратно. С тобой. Так, ты здесь, да? Давай-ка форелечку бери. Бери форелочку, форелечку, и мы с тобой прямо на самый ближайший идем продавать ее. Пока она свежая, вкусная, потому что толку нам сейчас от нее вообще нулятина. Ну, прям реально нулятина. Слушай, 1400 мы с тобой имеем. Предлагаю, давай сразу сейчас вложиться сюда. Так, вложиться, расширение. Давай вот так вот подтвердить производство. Нанять работника. Есть такое дело. И сразу сейчас ему даем задание, чтобы, да, вот этим занимался. Так, где наша Кристин? Ну-ка сюда, Кристин, иди. Can't help right now. Of course. I'm not now. А, ты еще бежишь. Я думаю, странно, что... Так, слушай, 160 подняли. At your service. I'm hurrying. Yes, sir. No, I'm a bit busy right now. Так, ты бежишь, да? Ага. Так, что у нас тут пошло, не пошло, пошло производство или нет? Почему не хватает ингредиентов? Каких не хватает ингредиентов? Так, давай смотреть. Мед. Плюс ежевика. Так, то есть, нам надо с тобой что сделать? Нам надо еще одного работника. Даже двух сюда получается. Нам надо мед и ежевику. Так, предлагаю нам тогда с сидором пока закончить. Давай пока сделаем так. Сейчас один пускай мед собирает. А другой ежевику. Стоять. Мед. Во. Все, чтобы нам хватало делать с тобой сахар. Сахар надо что? Мед и ежевика. Ежевика. Слушай, а тут нужна хижина травника. Бля. То есть ты так ежевику не соберешь, да, получается? Так, где тут у нас тут с тобой? Слушай, тут только через хижину травника все это дело подсобрать можно. Бля. Получается, ага, и же все. Укурил я. Ладно. Давай пока отмена. Да хижин травника мы с тобой, получается. Слушай, а нет, смотри, он собирает. Да нет, ну собирает же. Слушай, значит можно, значит пускай. Так, а мед? It won't stay fresh forever. Так, ты бежишь, понял.
Так, давай будем смотреть, что у них там получается. Ага. Что-то у них-то должно получиться. Слушай, нет, молодцы, получается у них. Все, мы приняли, поняли тебя. Тут что у нас? Щука собирается, окунь собирается. Это и это должны делаться, по идее. Ожидает работу, то работу пока что. Так, где у нас наша Кристин? Ты здесь. Все, я тебя увидел. Давай. Вот так вот. И погнали. И погнали. Давай-ка глянем, в какой части у нас с тобой. Так. Ту, слушай, а Мелисса, она... А, слушай, она возит, но она же возит... Так, ну-ка. Маршрут. Южный район. А южный район копченый окунь это сколько? Ну-ка, южный район. Слушай, южный район сейчас самое нормальное. Слушай, ну все, ладно, пускай возит на южный район. Значит, здесь проще. No pain, no gain, certainly. You wanted to talk to me? At your service. At your service. What's up? That won't take long. Так, погнали сюда. Так, то есть она все-таки занимается, ага, на южный район. Так, кстати, я там хотел сказать, а что там показывало нам? Новый маршрут. Так, количество для загрузки и разгрузки не совпадает, разница 40%. Угу, понял я тебя. И она еще плюс болеет. Так. Давай-ка она сейчас все это дело продаст. И вот после того, как она все это дело продаст, мы с тобой... Тогда уже ее пошлем лечиться. А подожди, подожди, то есть ты хочешь сказать, что ты ничего не продала, ты просто так сюда бегаешь? Нахрен тогда уволить ее надо? Что-то я не понимаю, как тогда эта тема работает. Или там надо было... Так, ну-ка. Так, ты. Вот ты иди лечись сначала. Так. А ты дуй обратно. Of course. А ты дуй обратно. Тут что у нас с тобой создается? Слушай, ну сахар пошел, пошло потихоньку дело, сахар пошел. Так. А давай-ка расширение сюда бахнем. У нас с тобой 2400 уже, кстати. Давай-ка бахнем сейчас сюда. Наймем еще одного работника. Так, ты что собираешь? Ты сидр делаешь, да? Ну, пока есть, пускай делает. Пока есть, пускай делает. Хотя у нас тут... Так. Всё, пускай это в очереди списка заказов стоит. Пускай бегают, что-то там мутится, потихоньку добавляются, да? И ты, да? Подожди. А, это Мелисса бежит. Все, я вкурил. I'm a bit busy right now.
Так, что у нас тут с тобой еще есть? Погнали. Еще сбегаем, продадим. Так. Ага. Подтвердить. Блин, надо что-то с этой форелью будет сделать тоже. No pain, no... Yes, sir. Потому что форели, ну уж сильно много. Here I am. Ой, если что-то амбар хлипкий за... Понял, амбар строят рядом с нами. Так, что у нас тут? Потихоньку с тобой делается? Делается. Так, слушай, ну... Пока, конечно, нам с тобой тут делать нечего. Потому что, смотри, все потихоньку делается, это коптица. Пускай пока здесь, наверное, потупит. Малёха, а мы с тобой с этой стороны будем разбираться. Где она у нас? Где наша Кристин? Подбегает? Подбегает. Так, это убежала лечиться. Ну, пускай лечится. Работники у нас должны быть с тобой здоровые. Ага. Here I am. Yes. Так, ты давай, заходи на рынок. I am certainly. Will do. Yes. Заходи, 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 давай. Anything wrong? Yes, sir. Ты попадешь сегодня на рынок, нет? Бегаешь вокруг него кругами. Ага. На одну, конечно, упала, но ничего страшного. I am the master. Так, погнали вы... сюда. Так, что там? Давай-ка мы, знаешь, что сделаем. Да, она вроде подлечилась. Слушай, я это не вижу. Блин, а где здесь детей? Нам бы с тобой еще одного. Так, ну-ка. Hops and malt, may God exalt. Where to? А, Мелисса нифига не долечилась, да? Stop clicking so hard. Да подожди ты, clicking so hard. Ну-ка, Сяси. У мужа есть? О! Home time. What's that? О, идите вот этим вот и займитесь пока. Пока у нас ночь, я посмотрю, что у нас тут по производствам с тобой. По производству. Слушай, ну делаем уже, смотри, вовсю делаем.
О, уже осень 12-го года идет. Так, итого у нас с тобой. Форель пускай на складе валяется, копченый окунь делается, щука тоже делается, рыбий жир делается. Уже хорошо, уже живем. Смотри, рыбий жир по цене вообще шикарный. Прям шикарный. Так, тут и чё? Кстати, давай-ка свой этот титул повысим. Селянин. Теперь мы с тобой селянин. Следующий будет горожанин уже. Можем с тобой, кстати, еще одно здание поставить. Эту мы сейчас опять отправим лечиться, чтобы она нам тут никого не заражала. Так, статистика. Ну, слушай, ну, статистика неплохая у нас, в принципе, с тобой. Это, конечно, еще растет, но вот это уже потихоньку догоняет. Неплохая статистика по зданиям. Так. Кстати, а где у нас тут ветхость знания смотреть? Информация. Здание занято 370. Эффективность труда. Базовое значение 450. Ага, слушай, то есть надо еще смотреть. Если вот мы с тобой это первое смотрели. 399. Ну еще пока нормально. Хотя бы сейчас до половины дойдет, тогда уже можно будет. Так, вы только бежите, я вас услышал. Я вас понял. Молодцы, они там стараются, нам все-таки надо с того потомства иметь, да? Чтобы дальше можно было хорошо идти. Так, по итогу. У нас тут все с тобой крутится, вертится. По итогу. Так, это что? Это трактирщик. Тут трактиры можно будет открывать. Это что? Мельничное дело. Нам поля с тобой нужны. Это сельское хозяйство, крепостной. Наделы, ячмени разблокирует. Это, конечно, готовка. Так, есть ремесло. Не, давай мы пока в этой стороне с тобой развиваться. О, ожидается прибавление. Так. Дуй-ка сейчас сюда. Сейчас с тобой потаскаем, пока ночь. Will do. Так, Мелисса, ну-ка, давай-ка разберемся с тобой, кстати, пока он бежит. А, слушай, может, вот это надо было сделать? Скорее всего, вот это надо было сделать, да? Пускай вот так, если она сможет столько унести. Почему разница? Она же вот здесь берет 60 и относит 60, правильно? Почему не совпадает, тут я понять не могу. Ну, давай попробуем, кстати. Попробуем. Чё я не так с этой хренью делаю? Ладно, мы с тобой разберемся. Так, ты где, блядь, у меня? What's up, man? Так, тут у нас с тобой все делается, да? Сахарочек делается, но еще пока недостаточно. Так, кто сахарком занимается? Ты, да? Но ты его уже активно делаешь. 32. Давай возьмем с тобой 30-шечку и сходим продадим. Here I am. Yes. Ну-ка, давай.
Сидор, 13, мало. Кстати, а где посмотреть, где он? Олдфорд. Ох, далеко же нам идти с тобой. What's up? What's up, идем. What's up? Челмсфорд, Олдфорд на этой стороне находится. Yes. That won't take long. Угу. Так, потихоньку утро идет, ты пока чешешь, да? Yep. Yes. Yes. Не-не, убирайся. Так, тут у нас что? Слушай, ну, делается, просто продают. Сразу продается все. Тут 39. Сейчас тут еще один сделают, тогда можно будет уже. То есть занимаются ловлей щуки окуня. Из него делается, соответственно, копченый окунь. И уже жир. Так, потерялся я. Где? Вот наше производство. Тут должна быть такая же цепочка. Угу. Давай-ка попробуем с тобой. Давай-ка возьмешь ты и продашь ли. За недоставка груза. Сейчас вот и проверим. Так, смотри, ты рыбий жир, ты копченый окунь, ты щуку и окуня. Все четко. Так, давай-ка смотреть вот за ней. Вот она несет в себе. Сдаст ли она его там? И почему не совпадает? То есть у нас здесь было с тобой 40. Да, вот, 40 она забрала, все верно. Плюс он еще производится. Просто интересно, допустим, на южный рынок. Я, правда, цену не знаю там. О, куненукси. Слушай, ну пятнашку, ладно, давай ради теста проверим. Можно было, конечно, поинтересней. Что-нибудь. Можно было 20-шечку даже найти. Но мне просто интересно, продаст ли она его. То есть мы с тобой сейчас... The Thieves Guild is spreading rumors. А почему она его не сдает? То есть, смотри, она тупо до него дошла. Вот он у ней, а не сдала его. А вот почему она его не сдала, я не понимаю. Южные копейки. Брикстоновские копейки. В порту за 20-ху забирают. Где у меня эта работница-то? Должна. Так, дуй-ка сюда. I'm on my way. Так, now, ты чё там, добежал, нет? Я не понял, а где? Ты же с собой брал вроде. То есть, ты подожди, ты не взял, что ли, ничего? Ну ты дурачок, блядь. Дуй-ка сюда. Так, все, я здесь всех повысил, да? Здесь. Давай вот так. Заодно всех сейчас с тобой повысим сразу. Так, где тут наш работник? What?
Угу. I'm on my way. I'm on my way. An employee has reached a new professional level. We've set off at a great pace. Always these long trips. То есть, что у нас сделано не так? Надо, чтобы она Чё-то я ни хрена не понял, к сожалению. Почему это не работает? Давай тогда Мелиссу уволим. Потому что что-то я пока не разберусь. Ну, мы сейчас с тобой все равно вкурим, как это дело делается. Ага, все. Сейчас сюда тоже вставать будет. Хотя я вроде бы в лавке ставил. Да, вот он, рыбий жир по пятаку, и того пятак, и того пятак. Так, это все дело у нас с тобой ловится. Так, где ты у нас? Сейчас на ближайшем рынке с тобой все это тоже продадим, чтобы у нас здесь не валялось. Так, слушай, ну денежку у нас с тобой капает, это уже шикарно. Денежку у нас с тобой капает, мне это уже нравится. То есть чисто теоретически мы сейчас с тобой можем спокойно себе титул поднять. Горожанином стали. Отлично, еще два этих мы с тобой поставить можем. Мы, наверное, так сейчас и сделаем, что-нибудь с тобой поставим. Сейчас маленечко денежки только подзаработаем. И поставим с тобой. Стали горожанином. То есть нам можно чисто теоретически с тобой дом свой купить. Так, я, блядь, опять я не понял. Да не ты. Вот ты. Почему ты ничего не берешь? Я что-то не вкуриваю. То ли я дурак, то ли колеса не круглые. Давай еще раз смотреть. Так, что у нас тут с тобой? Сидора осталось 8 штук. Ну его, наверное, делать, да, не из чего. Right away. Так, это сахар, сахар. Так, пускай тогда сидор делает. Сахар пускай вот это занимается. Сахарочек вот он делается, делается. Ну, давай проверим еще раз все. Так, это что у нас? Мед есть, фрукты для сидора есть, ежевика есть. Ну и все, и пускай тогда делает. Есть же фрукты. Закончатся фрукты, сбегаешь. А, хотя нет, слушай, нихера он так убежит. Так, дальше посмотрим. This time I'll catch those rodents. Так, а ты сам можешь себе дело выбрать? То есть ты можешь одуплить, что надо, вот, допустим, вот этим заниматься. Потом вот этим. As sure as eggs is eggs. Во, слушай, смотри, сам одуплю, что надо сидр. Как только это закончится, он пойдет. Here I am. Yes. А, курил я. Тут ни у кого ничего такого нет. Yep.
Давай-ка сюда дуй. Yes. Я просто не тому отдал. Вот что получилось. Так, тут у нас каждый своим занимается. Тут можно и не думать, и не смотреть на них. То есть каждый своим занимается, каждый свое делает. Кстати, чем с тобой можем посмотреть? Рыбацкую хижину, амбар и домик плодовода. Так, это экономические здания. Угу. Город, ремесленник, общепит. Новые здания. Слушай, а где дома? А, слушай, вот они жилые. Все, понял я тебя. Так, а нам с тобой остальные надо открывать. Соответственно, чтобы их открыть... Тут у нас с тобой либо мельничное дело, но опять же, это же надо где-то муку постоянно покупать. Ну, ведро от воды тут колодится, я думаю, не сильно трудно. Слушай, с другой стороны, печь можно, но... Ну, хрен его знает. Ладно, подумаем дальше с тобой. Пока надо тут нам с тобой разобраться с этими делами. Открывай-ка. Продаем-ка. Отлично. Маленько от ненужного избавились, да? Так, а тут что, нас никто не... Или так быстро забирают жир? Кстати, а тут еще... Никак, да? Все, я понял. Давай-ка вот это бахнем. И вот это бахнем. Здесь также надо. Защита, защита от пожара. Ну-ка, подтвердить на 300. Так, все это мы с тобой немножко улучшили. Так, давай. What's up? That won't take long. I'm hurrying. Слушай, ну при любом раскладе мы с тобой уже горожанином стали, даже в этой серии. I'm busy. I have things to do. Что-то они стояли, разговаривали. Только что разговаривали, я не понял. Not now, please. Угу. Dinner time. Да пускай, пускай. Пока не занято будет. Here I am. Так, дуй-ка обратно. Certainly. Certainly. Давай-ка сюда. Так, чего у нас тут с тобой? Все делается? Да вроде бы все делается. Правда, что-то... Почему пауза-то? Ты будешь работать, блядь, сегодня, нет? Какая нахер пауза? Ты ебашить как не в себя должна, пауза. Тут у нас что? Тут сахар делается, это делается. Так, сейчас погоди-ка, дай-ка я на ту сгоняю. Там ни у кого случайно никакой паузы не стоит, как здесь. Слушай, да нет, и все работают. Что у нас тут с тобой? Жир копится. Жир копится. Так, копчененький копится. Сейчас мы и сюда с тобой его отошлем. Пускай-ка здесь сбегает. Чтобы булки не расслаблял, пускай работает.
Так, ты имеешься, да? Ну-ка, сдавай-ка. Сидор, бери-ка. И смотрим в Брикстон. В Мейдстоне. Да, конечно, такой себе. Ладно, погнали. Знаете, где у нас Брикстон? Брикстон. Что-то знакомое. Это Чемсфорд. Это Мейдстон. Слушай, а Брикстон-то не у нас здесь? Слушай, вообще шикарно, что здесь рядом. Шикарно же. Так, что делается? Ну вот, опять другой разговор. Хоть рыбий жир делает. А то, блядь, тупит стоят. Никто работать не хочет. Он, смотри, у нас потихоньку, кстати, скупает с тобой. Что скупает? Скупает у нас с тобой неплохо. Рыбий жир. Вот что у нас с тобой скупает неплохо. Он тут даже копиться, бедный, не успевает. Так, давай-ка мы тебя поднимем сразу. Красавчика нашего. I am the master. I have things to do. Hmm? Of course. I'm hurrying. Чё тут? Тут мало? Пускай сахарочек делается тогда. I can't help. Давай-ка мы right тебя отправим. I'm вот hurrying. Сюда. Of course. Давай-ка дуй. Слушай, хорошо, что само потихоньку у нас продается. Все-таки эта штука полезная. Люди заходят тут, смотри, покупают. Что-то ей не нравится, там прыгает. Так, что ты? Эти оба собирают, этот сдает. Сдает. Это что? Это сидором потихоньку занимается. Если кончилось, то идет, собирает. Все, красавчик. У этих, у каждого свое. Они каждый прям свое делает. Все, это тоже шикарно. Тут что, можно двадцатку. Двадцатку, кстати, берешь, уже рубас сверху. Это прям тоже. Ну, надо вот это подпродать. Центр Лондона. Центр Лондон, конечно, хорошо. Да тут тащиться далеко. Ну, выбора особо нет. Где он там у нас? Тебе лошадь, что ли, надо купить? Слушай, это, конечно, пошустрее бы скакал. Как ни крути. Hello. Да пускай прыгаю, чё жалко ж. Слушай, у нас зима начинается там потихоньку. А это значит, что сидр должны лучше покупать. Хотя и сахар тоже штука полезная. Так, бог разговаривай. Ага, обычного здания могут выдержать такие суровые условия. Да могут. У нас здания с тобой неплохие. 425, почти новое. Ну-ка, давай, защита от пожара. И защиту здания повысим. Так сказать, заодно. Так, итого, давай сюда. Блин, в юг-то как дует, а? Чё там, центр Лондона до сих пор? О, Олдфорд, так он здесь практически недалеко. А, подожди, Чемсфорд. А Олдфорд это, по-моему, у нас... Нет, это Мейдстон. Это Брикстон. Бля, Олдфорд это ж на этом краю. Где-то было. Да. Так, ты взял? Взял. Дуй сюда. У него выбора нет, ему придется бежать.
Поэтому, соответственно, пускай бежит. Слушай, сейчас должна мелочь родиться. О, пацан родился, это хорошо. Так, а как у нас Гульберт? Ну, пускай будет только по-русски. Ой-ой. А, ну все правильно. Байрон и Кульберт. Пускай так и зовут. Чего бы нет, да? Так, тут что? Тут все идет у нас. Все по плану. Все четко, все продается. Так, тут что? Тут то же самое. Все продается, все идет. Тут что идет? Ага, продается. Так, погоди, а эти все производят, да? И щуку, и окуня, все положено. Так, что там у нас по должностям? Есть незанятая должность. Что-то я не вижу незанятой должности. Ну, странно. Затупила, что ли, она? Так, ты где бежишь? Ты здесь бежишь, да? Давай-ка забежим здесь, продадим. Чтоб уж ты совсем далеко не бежал. Дуй-ка обратно. Так, друзья, ну что, я думаю, давайте мы с вами на этом закончим. Это была игра Гильдия 3. С вами был Александр Амарок. Не забывайте подписываться на канал, ставить мне лайки, писать интересные комментарии. Мы с тобой денежку дальше зарабатываем, дальше развиваемся. В общем, увидимся, когда увидимся. Всем пока-пока.